Хуба. Привет, с вами доктор Влад. Ребята, новость ужасная. Умер Марадона. Ну, я не то, что какой-то футболист, но это эпоха. В общем дело, это ему 60 лет было. Это уровень, не знаю, Пеле, Гаринча, Эйсебио. Ну, кто еще? Лев Иванович Яшин. Ну, и это не утка, это не шутка. Вот, сообщает аргентинская газета «Кларин». Он скончался в доме в районе Сан-Андреас, где восстанавливался после перенесенной ранней операции. Операция у него была на мозге, и, в общем, вот так он восстанавливался, и бах, и все. Вот такие дела, ребята. Тяжелый, тяжелый день. Знаете что, я не буду новости дальше читать. Мне просто в голову пришла интересная мысль. Ну, как можно почтить память? Вот смотрите, вот у меня сзади вот такие всякие штуки висят, да? Они не просто так висят, они не просто так болтаются. Я когда, ну вот смотрю, допустим, что-то ищу для своих роликов или просто лазю по интернету, вот, я пользуюсь вот этими штуками. Вот, и где-то пятый день, вот сейчас я сижу, да, у меня плечи никакие, у меня руки, кисти никакие, у меня, они трясутся, как у алкоголика, а я не пью уже больше 10 лет. И вам то же самое советую, ребята, вот, вот сидите, да, и резиночку, и резиночку, и резиночку, как угодно, можно как-то вот так вот затянуть и бицепс тренировать, да, одной рукой, второй рукой. Можно как-то так вот за спиной, а, не видать, да, не видать, видать, вот так вот. За спиной, вот такой резиночкой очень хорошо, это раз. И еще вот такая штучка у меня есть. Вот, ну это ручной спандер, но он регулируется. Вот эта пружинка ходит туда-сюда. Для чего он регулируется? Ну, по идее, ну, чтобы сильнее или слабее, да. Вот я сижу, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом смотрите еще как. Можно посильнее пружинку сделать, да, чтобы оно сильнее было. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом еще вот у меня вот такая штучка есть. Вот. Ну, их надо вообще в дырки вдевать. Но можно и так вот тоже. Это в другую сторону. Работают пальцы, работают кисти. Да. Что у меня тут еще висит? Смотрите. В одну сторону. Плечи болят. Я сегодня целый... Не только сегодня, уже где-то дней 5, наверное. И вот так вот. Пока смотрите кино, пока смотрите на экран, да. Раз, два, три, четыре. Это все недорого. Это все продается и на eBay, и на Алишке. Опа. На этом я тоже кручу педали. Это у меня велотренажер. Еще вот такая штука есть очень интересная. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, естественно, другой рукой. А можно не так. Вот я ее вынимаю. Вот я ее засовываю. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Здесь сгибатели тренируются. А вот перед этим было разгибатели. И, ребят, даже есть вот самые простые. Ну, сейчас не буду копаться. Резиновые вот такие эспандеры. Они, по-моему, даже у нас, я в школе, когда учился, они уже были, да? Вот, просто их рукой сжимать, эти эспандер, и тоже вот так вот можно сжимать. Ребят, эффект потрясающий, я просто обалдел. У меня ноги развиваются хорошо, у меня ноги очень прочные, потому что я с собаками каждый день, ну, не знаю, где-то 8-9 тысяч шагов, это, ну, сколько, ну, километров 6-7 я точно прохожу, но это ноги, да, вот, а верхняя часть туловища. Вот когда сидишь, вот можно еще что-то придумать. Есть разные вещи. Я вот сейчас присмотрел. Есть такая резиновая штучка, продается. Ну, из плотной резины разных цветов у нас. Не помню, как сейчас называется. Да, вот ее можно вот так вот как-то крутить, да. Вот так вот как-то сжимать. Потом вот если в одну руку взять, вот она у меня торчит, например, да. Что-нибудь мне сделать, чтобы она торчала. А вот шило возьму сейчас. Ну, вот она торчит, да. Ее вот так вот пальчиком нажимать. Я ее обязательно куплю. Вот, покажу вам тоже, как ей работать. Ну, доктор сказал, доктор сделал. Ребята, не тратьте время.
на пустой просмотр каких-то сериалов. Вот занимайтесь вот этим делом. Ну, можно и гантели к этому делу подключить. Ну, они у меня здесь лежат, я сейчас просто не буду ходить. Тоже взял гантельки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кстати, вот универсальнее всего для разных видов, да, это вот, конечно, вот эта резиночка, да. Ей можно вообще как угодно. Вот, можно даже вот, допустим, под ноги ее подложить. Сейчас я ноги найду свои. Вот, найду свои ноги. Упса. Вот. И раз, два, три, четыре. Ну, просто под ноги подложил и все. Как угодно. И так, и так, и так. Ребята, занимайтесь спортом и живите долго. Еще раз светлая память Диего Марадоне. Диего Марадоне, и до свидания. С вами доктор Влад. Пока.